Вышло обновление профессионального программного комплекса Trasir 4. Теперь Trasir 4 поддерживает кодекс сжатия H265, что позволит экономить дисковое пространство архива путем снижения битрейта. Качество картинки при этом не пострадает. К тому же снижение битрейта скажется и на снижении нагрузки на сеть. Второе значительное обновление коснулось поддержки протокола Network UPC Tools. Это значит, что регистраторы Trasir, подключенные к бесперебойному источнику питания с данным протоколом, будут заблаговременно и корректно выключены в случае разрыва электросети. Также есть возможность настроить тревожные события, оповещение в статусе здоровья сервера в облачном сервисе. С остальным перечнем обновлений можно ознакомиться на нашем сайте, перейдя по ссылке в описании и в конце ролика. Спасибо за внимание и до скорых встреч!